Да видишь, заставляю, что? Что творят, а, гады? Разрабы какие гады. Заставляют по два, по три раза нажимать на одну кнопку. Я ненавижу такие моменты. Я ненавижу такие моменты в модах. Friday Night Funkin'. Тот самый. Только здесь не Funkin' уже, а какой-то Honkin' получается. Нам сразу показывают здесь разработчиков, которые сидят на колонке. Видите, там Toaster Power, Twin Giten какой-то, Cario. В общем, прикольные чуваки. Сразу показал, кто здесь создал этот мод, да, нам этот разработчик. Вот так-то. Вот так это все делается. Какой-то клоун здесь опять будет. Что за клоун? Насколько он интересен и хорош? Вообще, насколько этот мод интересен? Давай и узнаем. Разумеется, для него целая неделя припасена. Она между второй и четвертой. То есть третья неделя была заменена, получается, на него. Здесь должен был быть пику. Ну а попробуем, что такое за Honkin. Погнали. Будет ли здесь какая-то своя история, интересно? Истории нет, просто начало сразу. Чё это такое? Ты-т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 ы. Нифига клоунада. Это знаете, на что похож он? На Cuphead. Там был босс такой. Если вы помните, в Cuphead'е был босс-клоун. Угар. Ну, пока непонятно, к чему все ведет. Это просто клоун, реально? Или это какой-то монстр, скрывающий под костюмом клоуна? Кайф. Да, даже уровень сам по себе похож на уровень с Капхеда. Он себе на нос нажимает, что ли? Видимо, чтобы определенные звуки издавать эти. Ну пока супер легко. Прям супер легко. Там трики на поезде есть? Я не видел. Я не замечаю. Но не успеваю заметить. Что, начинается что-то? Как будто музыка при воплощении прям какого-то пошла. Блин, прикольно, слушай. Кайф. Там все больше и больше звуков так появляется. Прям все интереснее и интереснее такая мелодия получается. Найс! 90% аккуратность. 3, 2, 1, go! Джокер! Это какой-то Джокер. Я так понимаю, здесь никуда ни в кого монстра превращаться не будет, да? Потому что вроде продолжает на том же самой ноте. Но прикольно все равно, интересно выглядит. И треки довольно-таки долгие на самом деле. А чё так много? Чё-то слишком тяжело стало. В отличие от первого трека, слишком много нот. Пам-парабам-парабам-парам-пам-парам. Очень много нот. Но пока вроде держимся. Половина жизни есть. Найс. Нормалды. Еще бы сейчас клоуну проиграть какому-то. Мне очень-то хотелось, если честно. Взяли пика, поменяли на клоуна. Может быть, это намеки? То, что пика на самом деле не гангстер, а клоун.
Какой из себя гангстер, посмотри, мы из себя клоуна сделали. Гангстера он у себя выдумал. Офигеть, тяжело. Но все равно нормально, выдержали. Изи, легко. Кстати, $5 всего проезд стоит на этом аттракционе, на американских горках. Я, кстати, трики там не вижу, я не знаю, где вы там замечаете трики. Может быть, там супер быстро проезжать, поэтому не замечаю. Да, он не превращается, видимо, вообще ни в кого. Походу, он не превращается, ребят, ни в кого. Было бы прикольно, если бы превратился, конечно. Пока что нам показывают то, что это довольно-таки обычный клоун. Но, конечно, что ни говори, треки у него довольно-таки сложные. Найс. Треки сложные, но я держусь. У меня 100% хп. Вот это я понимаю аттракционы. Слишком много кнопок опять. Сейчас будет еще сложнее, так понимаю. А видишь, заставляют что? Что творят, а, гады? Разрабы какие гады. Заставляют по два, по три раза нажимать на одну кнопку. Я ненавижу такие моменты. Я ненавижу такие моменты в модах. Когда по несколько раз заставляют на одну и ту же кнопку нажимать. Это так убого. Просто это зависит не от твоего скилла, нажмешь ты эти три раза кнопку одну и ту же. Это зависит от того, воспримет ли твоя клавиатура, воспримет ли компьютер то, что нажал кнопку правильно. Очень прикольно. Блин, они слишком быстро летят, я уже устал нажимать. У меня уже теряются эти цифры. Да, у меня теряется. Я красную вообще не вижу, она просто теряется на фоне. Она на фоне этого колеса теряется, видишь, она там тоже бордовая, в принципе, не красная, но все равно такое ощущение, как будто она просто не существует. Она летит, но ты ее не видишь. Особенно, когда другие стрелочки летят. Когда они летят, ты видишь. Я проигрываю. Да, я проигрываю, ребят. Я не могу. Это уже конец трека был, если что. Это уже был конец трека, там осталось выдержать буквально, ну, 4 секунды. Максимум 4 секунды оставалось. Я не могу. Меня просто уже размывает глаза из-за того, что просто ничего нового не происходит. Трек играет на одном и том же уровне. Я не знаю. Конечно, прикольно все сделано, но такое ощущение, как будто это сделано чисто по приколу. Ну, то есть, вообще не парились. Никакого сюжета, никакого, не знаю, разговора между персонажами. Никакого... Да вообще ничего. Что-то как-то тухло, к сожалению. То есть, реализация мода прикольная в плане, что визуал... И сам клоун выглядит интересно. То есть, хотелось бы видеть, что во что-то превращается. То, что он какой-то злодей. То, что он действительно кто-то, кто сможет с тобой справиться. А это просто клоун по итогу получается. Печалька.